Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с психологическими проблемами, которые сложно решить самому. К какому специалисту следует обратиться и в чем их разница? Как заботиться о ментальном здоровье в целом? Об этом позаботился Казанский федеральный университет. 19 сентября стартовало обучение в рамках деятельности психологической клиники вуза по программе повышения квалификации, кризисное консультирование и работа с методикой диагностики обучающихся, нуждающихся в психологической помощи. Одно из требований – теоретическое и практическое умение работать со стрессовыми и депрессивными состояниями людей, знание базовых принципов при работе с кризисными состояниями, компетенции, необходимые при работе с группой нуждающихся в психологической помощи. Я прошу вас в ходе и обучения, и в дальнейшей работе обращать внимание, например, на первый курс. Вот приходят ребята, первокурсники, на самом деле у многих проблемы, многие закончили школу, вот у самого сына в этом году поступил наконец-то в вуз. И тоже также масса вопросов задает после школы, вот эта перестройка психологии головы на вузовскую вот эту стезю, на самом деле она довольно сложна. Особенно представьте, если ребята, дети приехали из других регионов, издалека приехали, и мамы, папы далеко, здесь на них начинают воздействовать совершенно другие люди, совершенно другие факторы, совершенно другая, скажем, среда, и вот здесь, на самом деле, надо им помочь. В связи с напряженной международной обстановкой, возможными адаптационными трудностями, возникает потребность высокой квалификации специалистов, способных оказать психологическую поддержку в решении социальных проблем. Специалист должен уметь действовать в ситуации неопределенности, обладать методикой помощи в выходе из сложных ситуаций, адекватно реагировать на комплексные проблемы при сохранении профессионального умения перманентного контроля верного направления собственной рефлексии. Всему этому и не только будет посвящено обучение. Кто такие студенты, нуждающиеся в помощи, на кого стоит обратить в первую очередь, как их диагностировать, как им помогать. То есть вот в этом ключе, то есть психологи, конечно, практикумы, разборы кейсов, интересных случаев, которые уже есть и которые, ну вот, с которыми уже сталкиваются психологи. Поскольку будет возможность у психолога любую свою сложную ситуацию представить и разобрать ее вместе со специалистами. Мы стараемся уложиться в неделю, поскольку есть и другие подразделения, которые участвуют в этом обучении, повышении квалификации из Елабуги, из Челнов. И, конечно, коллеги просили, чтобы это было вот недельное обучение, чтобы им очень системно, быстро обучиться и уже уехать на свои места. Обучение будет проводиться планомерно в течение 2022-2023 года. Первая неделя обучения будет сфокусирована на обучении психологов психологической клиники Казанского федерального университета, психологов, работающих в деревне Универсиады КФУ, волонтеров Института психологии и образования Казанского университета. Организаторами дополнительных профессиональных программ повышения квалификации является научно-образовательный центр практической психологии, этнопсихологии и психологии межкультурной коммуникации Института психологии и образования КФУ и психологическая клиника Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.